Всем привет, ребята, с вами я, Спецназ. В сегодняшнем видео я открою свой магазин. Погнали, будем продавать вещи. Так, ты первый, что ты хочешь купить? Спецназ, я хочу такой симпл и попыт. Так, давайте вот этот Among Us. Хочешь? Ну ладно, на, держи. У тебя стоит 15 деньги. Так, давайте. А, давай. О, вот. Ну ладно, теперь следующий. Меня абсолютно все прокупали, вот и все. Чего? Ты кто такой? Я житель-миллионер. Продашь мне свою машину весь. Я дам тебе один сундук деньги. Ну ладно, так. Ну ладно. Сейчас все заберу. Чего он сказал? Сколько денег у тебя, у него сколько вообще денег есть? Так, давайте все заберем. Итак, давайте, ребята. Вот так. Вот я. Что вот это? Ну ладно, так давай. Я же свои машины. Так. Вот так. Чего, ребят, посмотрите. Ну ладно, я сейчас уберу свой магазин отсюда. Так, вот последние полки. Так, давайте, это я абсолютно весь свой магазин убрал. Так, почему здесь входят радужные скелеты? Ну ладно, так давайте идем, что-то жители что-то натворили или что. Так давайте, ребята, идем. Давайте, ребята, спускаемся. Что-то здесь или чего? Это же радужный крипер, что ли? Чего не взрывается? Что? Что случилось вообще-то? Ребята, это что такое? Он бьет и взорвется? Офигеть! Кто его вообще поставил? Каких предметов не продавал бы? Так, и здесь тоже один. Что случится? Что? Опять что ли? Чего? Больше я не пью этих криперов. Так, давайте бросим у жителей. Посмотрите. Кто вообще это сделал? Такая жутовый скелет. Вот нормальная кирка. Давайте его не трогаем, или что-то будет. Так. Что это такой день? От машины, что ли? Так, да, ребята, это машина. Я же продал машину жителю. Или они... Так, ребята, вот это кто? Ну и, естественно, я устроил на твоем деревне бардак. Ну и ты, вот. Давайте, ребята, его замочим. Что вообще творить? Так, вообще, как... Я думаю, откуда взялись. Ну ладно, ребята, если видео понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал.